Интерес членов общественного совета именно к этому подразделению Одинцовского управления полиции не случайен. В 2016 году вопросы, связанные с миграционными и паспортно-визовыми государственными услугами, снова вернулись в ведение Министерства внутренних дел России. Как известно, переходный период всегда сложное время как для сотрудников, так и для посетителей. По словам общественников, они готовились встретить очереди и недовольные лица, но ни того, ни другого не увидели. Очень прилично оформлено здание. Очень быстро работают специалисты. Специалисты, я так понимаю, очень приличного, высокого уровня. Почему? Потому что от 3 до 15 минут оформления документов гражданам Российской Федерации, сохранение их времени и возможностей не потерять целый день, получив, зарегистрировав ребенка или зарегистрироваться самим. Члены общественного совета побеседовали с сотрудниками полиции и получателями госуслуг, просмотрели журналы регистрации посещений и понаблюдали за тем, как ведется прием граждан. В миграционных пунктах на улице Союзный, дом 4, еще не полностью завершены отделочные работы. Но на качестве и скорости оказания услуг это никак не сказывается. Конечно, совсем без замечаний не обошлось. Хорошо бы сделать точку зарядки гаджетов, телефонов. И было бы совсем здорово, если бы в здании работал Wi-Fi. Люди были бы не оторваны от своих семей, от своих детей, от своих личных дел, и связь с ними была бы не потеряна даже на эти 15-20 минут. Транспортная доступность, удобство самого помещения, заметные вывески, позволяющие легко найти вход в миграционные пункты – все это в конечном счете также работает на повышение качества оказываемых населению государственных услуг. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».